Этот вот таким вот образом красиво звучащий инструмент называется пимак. Еще иногда его называют флейтой любви. Он сделан, видимо, из какого-то бамбука. Он у меня уже довольно давно. И, как вы понимаете, я довольно часто им пользуюсь с точки зрения какой-то озвучки чего-то записывания, потому что звучит инструмент, ну, очень красиво. Найти такие необычные инструменты, которые вы не найдете ни в каком другом музыкальном магазине, можно в магазине Skybeat. У них вы найдете не только такие вот индейские флейты, но и всякие разные неведомые вам до вот этого момента инструменты типа каатона язычкового барабана, либо там какие-то вот у меня гудок приехал, это вообще виолончель, но не виолончель. Короче, у них туда просто заходите, смотрите, там что только нету. И в основном оно все такое, я такого даже не видел. Поэтому ссылочку на магазин я вам оставлю в описании, и помните, что по промокоду HealthScream у них можно получить очень вкусную скидочку. Всем привет, с вами Лео, вы на канале HealthScream Academy. Сегодня мы с вами продолжаем смотреть битву каверов, но сразу извинюсь перед вами за то, что те, кто смотрит все мои выходящие ролики, в предыдущем видосе была какая-то проблема с камерой и с фокусом. Вот, я просто потом объективы посмотрел, я ездил в эти выходные, снимал гитарный батл финал в Москве, и, короче, заляпало дождем, короче, там капли, и камера глючила из-за этого. С камерой все нормально, просто объективы были просто все вот в этих вот таких, знаете, в крошке от дождя, потому что погода была очень плохая. Ну, типа, пока там на улице что-то подснимали и прочее. И еще хочу извиниться за то, что почему-то я в прошлом выпуске пропустил несколько выступлений битвы каверов. Я не знаю, у меня они либо как-то не отобразились, либо еще что-то. Поэтому сегодня мы с вами их досмотрим и будем смотреть третий выпуск. Ну и еще раз вам напомню то, что из-за авторских прав я не могу вам показывать видосы полностью, их приходится нарезать. Если хотите смотреть их без нарезки и рекламы, смотрите их на моей страничке Boosty. Ссылочка будет в описании. Так, ну давайте, собственно, смотреть. Единственное, что многие написали, что в комментариях под видосами по-любому есть тайм-коды. Я сейчас перелистал все комментарии, я так понимаю, что админы канала просто их удаляют, потому что нету. А я точно пропустил Evanescence, других выступлений, которые я не видел, я что-то не нашел. Не знаю, как бы, вот, Саботаж, который в конце АУ играли, я смотрел точно. Может быть, оно не записалось, кстати. Поэтому реакция не будет натуральной, я бы так сказал. Вот. Ну и, соответственно, самое последнее финальное выступление без... Кто-то написал, что без напряга ребята выступают. Можно еще раз посмотреть. Ну, не вижу в этом смысла, на самом деле. Это как с группой ездить в тур, смотреть их концерт. Это перебор. Это перебор. Так, давайте смотреть Evanescence. Ну, Корк Карма, что ли? Я, конечно, разбираюсь в этом круто, ну, в плане пианино, синтезаторов. Просто помню, что он вроде красный был. Один тобой. Ну... Свет и слышать, как проснешься, не со... Ну, не совсем Evanescence, конечно. У нас Эля прям вот, если берет петь как Evanescence, там оно звучит прям как Evanescence. Даже кажется, что это оригинал. Но круто. Ну, именно в плане того, что я говорю, не похоже по голосу, по манере. Не знаю. Потерялся, что-то потерялся. По ритмике что-то упало, ну, перепугался. Ну, слышно, что это прям под них сделано, но не совсем. Wake me up! Ну, она, конечно, прям моща. Голос прям мощный такой прям. Ну, и как бы позиционно она поет очень объемным таким звуком. Вот, так. И вот Саботаж, который я смотрел. Потому что я точно помню, что там риф прям. Вот это. Ау, ау. То есть, ну, это как бы да. Ребята, конечно, красавчики вообще. Я уже говорил о том, что меня очень радует то, что на телевидении начали появляться в больших количествах всякие рок-метольные дела. То есть вот прям это круто. Давайте смотреть третий выпуск. Я так понял, что, короче, там, типа, два основных ведущих и, как это называется, один приглашенный всегда. Странно, почему там до сих пор не было Пушного. Странно, почему, допустим, не позвали Тапка в жюри, потому что Тапок — кавер-отдел высокого уровня.
Ну, то же самое, там, Аймори, Рок Привет, вот, вот этих ребят почему до сих пор нет, не знаю. Ту же самую Алину Рыжихвост можно было бы позвать, потому что она тоже коверодел, но немножко из другой вселенной, я бы так сказал. Ну, в плане того, что она ковера на игровую тематику делает. А, давайте смотреть. В стиле латиноамериканского R&B. О, Тодоренко! Обожаю, когда хэт так звучит. Это прям жир. Прям вот... Это вот чисто сэмпл, который должен быть у вас в голове. Хай-хэт из альбома Once Nightwish 2005 года. Хай-хэт из альбома Are You Dead Yet? Children of Bodom тоже... Четвертый или пятый год, не помню. От самое начало, прям первая песня, прям первые секунды там начинаются вот эти клавиши, и вот хэт, который прям... И Rammstein Rise Rise альбом. Вот там барабаны просто, ну, один хэт стоит всего звука барабанов. Ух, я должен еще раз это послушать. При условии того, что это не металл, да, как бы, но все равно звук прям вообще... Ее прям так откомпрессили, прям со всей... Мощненько, мощненько прям. Прям стиль с словами не вяжется прям. Ну, в смысле, голова от этого взрывается прям. Прям... Возможно, я немножко разогнал, конечно, все звук в мониторинг, но звук, по-моему, немножко поменялся у них, микс. Может быть, программа так записывает. Прям жир. Так. Ага. Дальше летим. Опа. Что-то там нас ждет. Хорош. Это... А, там сейчас Живаго, барабаны будут 100%. Рубилова прям. Звук прям, ух. Это, конечно, прям... Что-то... Текст... Там что-то какой-то дубль был. Они не пели, просто, может, бэк-вокалы были какие-то. Какой-то странный там прикол сейчас был со звуком. Прям я даже, как это называется, слегка запутался. Потому что был вокал, а они... Нет, не пели в этот момент. Так, тут решают дальше. Ага. Я... Рок, Металлика. А? Я... Почему я по первому кадру в голове подумал, что в стиле Киша что-то будет? Вот, ну, сейчас понятно, сериал как бы это на хайпе. Манера прикольно похож. Я же говорю, концентрация живого звука и крутых музыкантов, да, которые играют в основном ракешник, обратите внимание, да, просто повышается в последнее время. Потому что эмоции. Людям надо прям. Прям. Он специально шепелявит, что ли? Рыжий папа, рыжий гей. Немножко там дробь сорвалась. Рыжий, рыжий карабан. Хорошо. Очень круто манера снята прям. Огонь. Огонь. Я говорю, ракешник, ракешник. Опять пошло.
медленно, мода, как это все. Хорошее новое, хорошо забытое старое. Здесь человека и там Илона Маскова. Мы можем сделать по-другому. Нажим. Поехали. Песня прозвучит в стиле джангл. Ага, ну они вдвоем, как бы, либо электроника, либо что-то такое лайтовое прям, может быть. Ага. Прикольная манера такая, ура. Мое сердце волнует, ты скажи ко мне. Да. Если с левушкой по стрелюшке, накажи, боже, если с левушкой. Хорош вообще. Пилукс. Хорош. Вот это прям, ну-ка. На пилукс. Да. Не дойду. Все, вибрато там такое у него прям. Круто, кстати, звучит. Наша группа этот, забыл, как называется. Там сейчас бывший барабанщик Шакрана играет на барабанах. Ку-ку. Хорошо. Очень вкусно. Прям реально вкусно. Ну, то есть, как бы, очень необычно звучит такое. Так, дальше летим. Они исполнят свою песню в стиле рейв. Ага. We got the moves. А, ну понятно. Ну как? Как? We got the moves. We got the moves. Вот эти вот, которые, как они? Они были эскимо-колбой, а теперь они электрик-колбой. Их там из-за Евровидения заставили поменять. Ну, соответственно, вот этот у них клип был, где они там просто вот у них такой танцы под припев и основное движение трека просто. Я прям угадал, короче, что сейчас это будет. Поехали. Выше ели. Выше ели. Выше ели. Ага. Выше ели. Выше ели. Там что-то на педали. В юном месяце апреля в старом парке тает снег и крылатые качели. Сейчас разорвется просто от этого. Выше ели, ведь это я преград. Крылатые качели летят. Ебать, девчонка просто. Девчонка просто. Просто разрыв вообще. Хорошо то, что шоу живага такая прям. Брейкдаун. Хорошо. Прям мясо-фарш. Так. Москва. Их песня прозвучит в стиле саундтрека к фильму «Пятый элемент». О-хо-хо-хо, здравствуйте. Нормально. Нормально. И сейчас. Ух, хорошо. Очень хорошо, прям. Вибрато какое прям. Ух, это прям да. Вот именно так. Главное, все движения повторить из фильма, это прям. Странно, что и не напилили прическу, такой же прикид. Это просто... Как это вот, знаете, когда для детей, короче, кубик, там, квадратик, да, вот в голове так же просто, но не этот шарик в кубик, короче, вот это все.
Жалко, что не было. Конечно, а продолжение там со словами, с какими-то, я аж в шоке прям, с добавлением каких-то вот приколов вот этих вот, ну, вот со словами, да, но просто это... То есть ты вроде слышишь знакомые, может быть, слова, да не можешь сформулировать, что за песня, потому что у тебя в голове, вот как я говорю, кубик в квадратик не ложится, там звездочка оказалась. Просто разрыв. Так, поехали. И Федука. Федук. Как там было? Жить кайф! Беру бутылку и смотрю на облака. Ага. Первый дом. Пошло. Наташи Ростов. Ла-ла-ла-ла, просто бла-ла-ла. Облака белогривые лошадки. Яблоко заката. Не, ну. Облака из них. Круто, но первое их выступление было жестче гораздо. Прям, ну, по-другому ощущается сейчас. Та ж первая вообще реально разрыв у них был. Просто... Ну, я понял, прикол, короче, они берут, типа, чей-то стиль. Да, то есть это вся фишка шоу, да, и перелопачивают песни. То есть, как бы даже тональность не соблюдает. То есть, как бы ремейк песни делают такой, я бы сказал. То есть, нет вот этого оригинального, грубо говоря, момента. Ну, из оригинальной композиции. Получается просто фактически новый трек с старыми словами. Вот так вот. О. Передайте ему, пожалуйста, что хэт просто... Хорош. Прям вот он лучший хэт в программе. А, зомби, походу, да? Это... Прикольная манера. Йодля только не хватает, как в оригинале было. Очень атмосферно, кстати, звучит. Что-то там. Штробасово расщепленный звук. О! Хорош. Манера очень круто снята. Вот именно звук такой прям звонкий у нее выходит. Ну, конечно, круто вообще звучит прям. И гитара прям хорошо прям собой все заполняет. Этот стереосигнал такой прям, ух, круто. Не хочу я слушать это обсуждение, потому что вы сами знаете, я прям когда... Че там? Исполнит свою песню в стиле новой школы рэпа. Припев. Припев где? А ну. Карта мне в руке. Погадать на короля. То есть, как бы, понимаете, да, логика, что она только что академом пела таким прям сочно, а репчину читает просто. Ну вот именно тут даже не то, что больше за исполнение, мне кажется, да, зачет такой, а именно за подбор стиля и изначальной композиции, просто чтобы это голову взрывало. И прозвучит в стиле электро. А ну. О. Ноут обклеенный всем, что только можно. Это манера у него прикольная такая. Механический процесс.
Круто то, что эффект она вживую сама себе крутит. Она прям широкий звук, там какой-то стереоспредер прям. Там как бы идет, грубо говоря, расширение звука очень сильное. За счет этого получается такой эффект, как будто она сама с собой хор. Хорош. Да, фейзер, вот это или тремоло, как он этот эффект привычнее называть людям. Вот это прям. Так, сейчас, где там? Дальше там куча обсуждения. Она Маскова, их песня. А ну? Фьючер. Эти названия стили фьючер, электро. Пошла жара. Прикиды у них просто нормально вообще. Во, пошло. Прокатите меня, большая черепаха. Не, она с манерой, конечно, работает очень круто. Ну, в головной прям. Но эти звуки у нее еще, она прям постоянно их использует. Это такое. Не, первое, конечно, прям разрыв был. Второе, ну, прям хорошо. А вот что-то здесь как-то, не знаю, я приуныл слегка. А ну. Песню в стиле Майли Сайрус. О! Ну, понятно. Wrecking Ball. Маленького роста. Ну, а что ты чутка перевариваешь? У Майли такого нет, она именно через «а» поет. И прочие приборы. Мясо. Она прям держит его прям на этой вот мягкой небо, прям. А! Звук прям мощный. Что-то как-то свели. Прям музыка за ушами, как будто прикольно. Тут еще прикол в том, что ты ожидаешь одну партию, как в оригинале песни было, да? А тут другая партия идет, и текст другой просто. Опять кубик в звездочку не вяжется. Такое прям, да. Так, дальше там. Они исполнят свою песню в стиле Уитни Хьюстон. О-о-о. Серьезно? Оттенок 58 А от тебя прошу. Но она крута, прям реально очень крута. Тебя заберу с собой. Тут вопрос возник, что возможно, что даже еще я тебя прошу лишь одна. Грубо говоря, мне еще кажется, что она вполне возможно, что своим микрофоном, своим аппаратом пользуется в плане озвучки голоса, потому что очень хорошо подходит все ей. Но с точки зрения голоса, она, конечно, прям... Их прям друг напротив друга можно ставить вот... Не помню еще, как команда называется, где пятый элемент был, прям... Ух, хорошо. Красава. Красава. Вот это прям мясо фарш. А так, а кто у нас, собственно, выиграл-то? А, фиксики.
А, ну... Получается, что как раз пятый элемент и выиграл, да? Я что-то... Ну ладно. Всякое бывает. Ну, в плане того, что выиграл. Ну, я имею в виду, в смысле, то, что я не могу понять, они или не они. Напишите мне в комментариях. Ну, а если мы с вами продолжаем смотреть битву каверов, напишите об этом обязательно в комментариях. Подписывайтесь на канал, долбаните в колокольчик, все дела. Не забудьте подписаться на паблик школы ВКонтакте. Все ссылочки найдете в описании в разделе leos.hellscreamacademy.com. И давайте еще увидимся. Покедово.